Приветствую вас, подписчики, гости моего канала. Ольга Велес. Живу, спицами стучу. Время 00:30 ночи. Я до сих пор не сплю, сижу, вижу. Хотя надо, конечно, лечь и завтра рано вставать. Но мне хочется закончить ручку для моей сумки зефирной бабочки. Я ее связала. Надо только, вот я не знаю, буду ли я вязать клапан для этой сумки, но я буду шить подклад, потому что она, в принципе, ну, понятно, что дырявчатая, да, такая. Все-таки, мне кажется, к этой сумке требуется подклад. С той сумкой белой я своей уже хожу, но, правда, получается, один или два раза я брала с собой, потому что как-то погода не шепчет, а так. Но мне она понравилась. Вот. Вяжу также мотивы для сумки. Вяжу я их почастично. Сейчас не полезу. То есть я вяжу, навязываю несколько. Сначала сердцевинок. Потом навязываю листочки. Потом вот обвязываю листики. Ну, а потом надо будет обвязывать кайму и сразу их связывать. Когда я буду делать обзор, я покажу мастер-класс, сделаю ссылку на мастер-класс, по которому, где я увидела именно такие мотивы, которые мне очень сильно приглянулись. И, по-моему, у нее же и вот эти бабочки. И те, и другие мотивы, эти рисунок я немножко переделала под себя. Бабочек я еще хочу связать. Выставить на продажу сумку. Только немножечко, наверное, другие я буду делать. Но смотрится, конечно, мне нравится. Кстати, наверное, да, такую футболочку бы хорошо. Ну ладно. Вот. У нас произошли небольшие события. У нас появились новые жители. Это три утки. Муж и две жены. Я вставлю небольшой ролик. То есть я показывала, как я готовила птичник, и наконец этот птичник заселила. Вот, также посадила картошку, но не как обычно ее садят. Хотя сейчас этот способ мне подсказала мама моей одноклассницы. Вот, Наталья Владимировна, большое вам спасибо, потому что я на самом деле видела этот способ неоднократно, да, как-то это, ну, огородник любитель я еще так себе. Так вот, но я не знала, как это делать. Я не знаю. Я, кстати, тоже ролик ставлю по этому поводу, как садила. Будем вместе наблюдать, посмотрим, что нарастет. Вот, и еще мне надо немножко посадить в разных углах. Я посажу картошку, посмотрим, дай бог, чтобы наросла, умножилось и стало ее много. Тем более у меня есть погреб, где ее можно хранить. Вот. Что-то еще хотела сказать. Да, моя собака Вака, которую подобрали вот по осени. Вот прямо такое ощущение, что хотел сказать, человек, псина своей смертью явно не помрет. Вот даже ужас, сколько нам не вытрепало нервов. Не знаю, как попрощаться, не знаю, как закончить этот ролик, потому что на самом деле очень много хотелось рассказать. Наверное, надо себя приучить. Захотела что-то выразить, рассказать, надо сразу взять и записать. Но так как я этого не делаю, поэтому ладно, пусть будет этот ролик таким, какой он есть. Я вставлю небольшие съемки, которые я делала, я все равно делала, которые мне нравятся. И все, наверное. Ну все, прощаюсь. До встречи. Пока-пока. Сегодня 20 число. Мы в огороде. 20 апреля. Маленько взрыхлила вдоль забора просто тяпкой землю. Сейчас я буду засыпать для начала вот такой листвой.
из-под деревьев тоже. Там маленько с очистками. И мусор. Сейчас это будем все вычищать. Складывать грядку. Давай. Утро 21 апреля. Сфотографирую. Вчера, как сделала, не успела сделать. Уже поздно закончила грядку. Это моя первая грядка. Здесь положено 13 или 14 посажено клубней. 14, по-моему. Вот такая гряда. Хорошо бы сделать еще хотя бы одну грядку такую. Здесь убрано. Маленько под вишней. И вчера. Найдено гнездо. По-моему, да, оно было разорено. Ой, извините. Что шубуршу, может быть, еще птичка прилетит сюда. В общем, гнездо было разорено. Сейчас покажу. А под гнездом лежало вот такое крохотное яичко. Здесь летает какая-то птица, она разоряет и гоняет мелких птичек. Вот такое крохотное яичко. Ну, оно уже высохшее. Здесь оно с прошлого года, это яичко лежало. Такое крохопулечное. Вот. Мой маленький огород. Конечно, далек он еще от прямо образцово-показательных, а совсем не образцово-показательный. Я вот забыла сфотографировать вот это дерево цвело. Я не знаю, что это за дерево. Я же как-то так себе садовод-огород. Это всходы редиски. Редиску я подсеивала дважды, потому что одну посеяла. У меня здесь Сережа, вот такие вот все морды тут, да, перекопали. А вот та зелень, это, ой, капуста хотела сказать, как помидоры. Ну, в общем, пока он у меня вот такой огородик. Вот они, кто вскопал огород мамы. Кто вскопал огород у мамы? Да? Да, Вака скопала. Вака, ты вскопала огород? Кто по грядке бегала? Вака побегала по грядке, да. Да, и царю, да, и царя она вот так звала бегать по огороду. Да? Ах ты, бессовестная девочка. Вот такой вот огород. Ну, кто такие красивые мы? Утипутички. Да, красавочки мои, красавочки. Да, песенку умеете петь, да? Да, мои красавочки. Ой, чуть не упала. Ну, это красивый ты мальчик, красивый. Ну. Вот он какой красивый мальчик. Ой,
Ой, да хохолки все подняли. Чего вы, котика увидели? Вы котика увидели, котик вам не нравится? Ах, вы мои прикольные, ах, вы мои пригожие. Киса вам не понравилась, да? Кису вы боитесь. Ну ладно, сейчас киса уйдет. Киса за мной пришла. Ладно вам. Ну все хорошо. Все хорошо, мои красивые. Все, ладно, привыкайте, привыкайте. Thank you.